Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор вот такого вот садка от компании Бушидло. Садок идет в удобной такой сумке. Сумка идет у нас на маме. И посмотрим, что за садок он предлагает. Мне он на самом деле очень понравился, скажу сразу. Поэтому рекомендую досмотреть видео до конца. Вперед, поехали разматывать. В данном случае у нас идет вот такой вот садок с алюминиевыми кольцами. Раз, два, три, четыре, пять колец. Длина садка 2 метра. Есть и побольше, 2,5, 3, 3,5 метра. Они уже у нас на сайте. Можете искать в конце видео. Добить в конце видео, увидите ссылочку на данную страничку. Что мы здесь имеем? Здесь у нас вот горловина. Горловина из материала ПВХ. Вот это, чтобы, когда вы забрасываете туда рыбу, она не цеплялась в первую очередь своими крыльями, жабрами, ластами. В общем, горловина у нас, как видите, возможно вот, вот соединять от основного отсека. Вот, надо ее закрывать. Здесь идет светоотражающая вставка, чтобы в темноте можно было забраться. Сам материал у нас предъединенная ткань, сетчатая такая. Вот она не впитывает влагу, не впитывает запах и прочее. А когда вы порыбачили, достаточно просто встряхнуть. Вот, и она будет уже сухой, готова к транспортировке. Дальше у нас здесь идут две ручки. Для транспортировки удобной взяли и пошли. У нас получается небольшой такой вот сумка рыбная. Ну, вот. Ну и в конце, естественно, у нас есть петелька. Вот. Итак, размеры у нас получается данного садка. Ну, длина, как вы поняли, уже 2 метра. А здесь ширина у нас 49 сантиметров максимальная. Высота 39 сантиметров максимальная. Ну и завершение всего. Здесь есть удобный колышек, который можно воткнуть в берег под нужным углом, зафиксировать, воткнуть его в землю, и вам будет уже намного удобнее забрасывать вашу рыбу в данный садок. Итак, понравился садок, можете оставлять заявку у нас на сайте, ссылочку вы найдете в конце видео. Понравилось видео, непременно ставьте лайк. Вот, подписывайтесь на наш канал, чтобы следить за новостями и новыми видео. Вот, пишите ваши комментарии. Вот. Меня зовут Арсений. Рекомендую.